казахстанцы стали меньше отправлять писем и чаще пользоваться доставкой товаров интернет-магазинов. Об этом сегодня говорилось на совещании руководства Казпочты. По словам председателя правления Асхата Бейсенбаева, национальный почтовый оператор разрабатывает ряд прорывных проектов, в частности, мобильный постмен. Скоро с помощью мобильных устройств курьеры смогут выплачивать пенсии и пособия, принимать коммунальные платежи и оказывать другие почтовые и финансовые услуги на дому. Кроме того, одной из задач на предстоящий год станет повышение зарплаты работников. Планируется повышение зарплат производственного персонала Казпочты на 10% с 1 апреля 2014 года. Для этого мы планируем пересмотреть внутренние документы, планы развития, бюджет, заодно предусмотреть изменения, связанные с макроэкономическими процессами, вот недавно, в феврале у нас произошедшим, что позволит нам с 1 апреля на 10% поднять заработную плату для производственного персонала.